Своими неумными и унижающими человеческое достоинство действиями власти умудрились сделать протест модным. На улице начинают выходить не только активисты, но и знаменитости. Евгений Кафельников становится одним из публичных лиц московского протеста. Актер Владислав Котлярский, сделавший карьеру на ролях ментов, обращается к этим самым ментам со словами: «Мужики, вы чего?». Главный рэпер страны Оксимирон призывает прекратить уголовное дело против участников мирной акции 27 июля в Москве. Вот Юрий Дудь произносит зажигательную речь, посвященную московским протестам. Нам всем сказали: вы стадо, вы никто, с вами можно поступать как угодно, и вы ничего не будете возражать. А вот оказалось, нет. Люди не стадо, они видят обман и подлог. Не прокатило. Избиркомы пошли на преступление. Живых людей объявили несуществующими. Проверки фальсифицировались, а эксперт мог забраковать любую подпись, просто ничего не объясняя. Нам предложили поверить в это дерьмо. Опять не прокатило. Люди вышли на улицы. Право мирно и без оружия проводить митинги, собрания, демонстрации и шествия гарантировано Конституцией. Это право не может быть отнято и ограничено. Не может быть отнято даже законом. Москвичи вышли на улицы мирно, без оружия, и были жестоко избиты ОМОНом. И нам снова предложили поверить в дерьмо про массовые беспорядки. А, мол, поэтому можно было и нужно было задерживать и бить граждан, а также заводить на них уголовные дела. Суды, подчиненные власти, могут засилить любое дерьмо, но это не значит, что мы должны этому дерьму верить. Врать и красть. Похоже, вот этот лозунг должен быть написан на каждом офисе московских чиновников. Впрочем, не только московских. Они держат людей не за граждан, а за управляемое стадо. И уже перестали это скрывать. А люди не стадо, люди не дерьмо. Человеческое достоинство победит. Россия будет свободна.